Зашел на стрим, когда ты разгонял про скилл сервера. Мое мнение, проблема в старости игроков кораблей. Сужу по своему клану. Норм, мужики, но, как игроки, это ППЦ. Почти все, что ты говоришь, 5 сек прот. Ну, Саратодыч, это нормально, игра очень взрослая. Тут весь момент в том, что я считаю, что прикрываться возрастом — это не очень темка, равно как и алкогольным состоянием и так далее. Вспоминаю, как в КС-ку играли в компьютерных клубах. Дело в том, что взрослый человек, он априори считает, что я, блядь, не в ебене. Вот и все. А казалось бы, какая разница, сколько тебе лет, если ты можешь чему-то новому поучиться? Поучиться играть в кораблики, казалось бы, опять-таки, понажимай 5 кнопок. Но сколько за этими 5 кнопками скрывается-то уникального? Это анализ карты, как сказать, правильно даже не знаю, как выразить, умение концентрировать внимание на определенных частях монитора, вовремя реагировать на какие-то вещи. Ну, ты же старый, ты же не, ну, не старый, ты же взрослый, но ты же не овощ. Ты же как бы не слюной реально на клавиатуру исходишь. Много взрослых дядек играет на свои 50%. Я же как бы и не говорю, что все должны быть 60%. Я всегда топил за одну тему. Вы вышли в бой. Если вы не отбили хп своего корабля, значит, вы зря вышли в бой. А у нас берешь хай-левел, берешь, например, 10-е линкоры, там на яматах средух по 60 тысяч. По 60, блядь, тысяч на ямато. Да чего я бы не гнал на линкоры? Ну, блядь, нанести сатен на ямато — это нетрудно. Вообще ни разу. А там по 60 тысяч. Поэтому кто-то учится, и неважно, сколько ему лет, и он постепенно правит свой геймплей, и лучше у него все получается. А кому-то тупо срать. Но это не, как бы, умение играть все равно же не характеризует человека как личность. Именно поэтому меня выстебывает тема, когда начинают, типа, лечить за возраст, опять-таки, с точки зрения, да что ты, блядь, щегола знаешь. Ну, ёпта мать, ну, много чего знаю. Я это самое, почти кандидат наук, блядь. Я дохуя чё знаю. Столько всякой херни бесполезной. Ух, ужас прям. Надо просто дострелять, товарищи. Вы чё-то... Я опять запиздился. И сейчас так замолчал резко, не договорив мысль. Но что-то просто смотрю, меня тут мудохать начинает потихоньку. Ну, начнут скоро. А нам нужно отфантастить. Не стал использовать расходник, может быть, зря. А может быть и нет. Андрей, всех крутых посылай, комни варгун будут пиздить на кирпичном заводе у меня. Ну а чё, это нормально. Лексус, спасибо тебе за донатик. Я их отправляю в другое место. Они дорогу сами знают. Просто еще реально момент. Взрослые люди, а некоторые из-за игры так переживают и так далее. Я-то угораю, подбамбливаю это для создания контента. Я так-то потом встаю из-за компа. Меня иногда только одно чувство тревожит. Ну, типа, мне, например, задонатили, да, на корабль, а я сыграл хуёво. И вы, может, не поверить, но, блядь, мне реально стыдно за эту хуйню, то, что я, типа, сыграл дерьмово. Но не с точки зрения того, что я буду из-за этого дальше переживать. Просто, типа, как бы, я подвел человека, получается. Не убедите. И это 50-52% игроки. Они считают, что если он на Илька, то всем ППЦ. Леста, сука, точность убрала. Киров вообще в жизни имба был, Бисмарк бы вшатал за залп. Деды за Максимом постой, он керса взбивал. Это там уже свои мотивации. Такую глупь я не полезу. 50-52 это хотя бы играют. У меня к такому контингенту вопросов меньше. Пусть что хотят, пиздят и так далее. Смысл не изменится. Они полезны в бою. Они дают какой-то дамаг. Меня больше печалит, когда 40% игроки нихуя ничего не делают и типа думают, что это нормально. Вот здесь вот я уже огорчаюсь. Херовая реализация расходничка. Ох, а надо бы... идти на центр, да, нагибать сейчас этот самый центр.
скинем один веер на эсминец при случае. Двигатель в штатном режиме. Сближаться тут пока опрометчиво, оно и так вон все умрет. Меня очень сильно смущает наличие Атага за вот этим островом. Попущу линкор бронебойным снарядом, чтобы знал о истинной цели жизни. На ЛК. Но мы, правда, все равно льемся опять. Нормандию эту там толпой дожечь не могут. Так и стоит гепард там. Вот это, конечно, проблемка сейчас. Массовая проблемка. Двигатель форсирован в режиме. Да ты твою мать, ты чё ж не умрёшь-то всё? Спасибо, Магами, ты своими торпедами, конечно, мне сейчас помог, блядь. Я хотел на скорости проскочить и нормально, короче, откидаться в этот эсминец. В итоге потерял столько хп об эту ширку в упор, блядь, из-за твоих торпед. В кого ты их пускал-то вообще? Все хорошо. Хотя бы ширка торпеды не кинула. И на том, как говорится, спасибо. И на том спасибо. Мне просто реально интересно, в кого он торпеды пускал? В Гнезинау, что ли? Гнезинау был далеко. Обнаружен крейсер противника. Он бы все равно на эти торпеды не наплыл. Короче, косячок, знаете в чем? В том, что мы ни хрена в норку не попадаем нормально. И не поджигаем. А надо бы поджечь. Так, вот надо бы поджечь, но не поджигаем. Вот, заебись. Так, с противопожаркой играет. Ничего, все равно пока туда поднакидаем. А маги там фуловый отступает. Это не наша забота. Это забота на самом деле терпится вон того вон. Который фуловый 16 регион стоит херней и страдает. Вот Амаги — это его головная боль. Нам надо центр удержать, вот этот Сливанги, если подойдет сюда, и норку дохерачить. Больше нам ничего делать не надо. Раз они вперед не идут, тоже ломиться пока не будем. У нас, в принципе, по времени все, ну, по таймингам нормально. Мы очки все в плюс фармим, две точки за нами. И хорошо. О, а маги все. Это интересно. Пошли Сливанги убивать. Надо башенки подготовить на другой бортец. Надеюсь, успеем все подготовить вовремя. Надеюсь, надеюсь, надеюсь. Пожарная тревога. Плохо отстрелять. Блять, вот я не могу не все никак привыкнуть к французской вот этой вот
последовательности стрельбы визуальной. То есть снаряды разлетаются. И я не понимаю, куда мне упреждение и поправку брать. Вот просто они как-то вылетают, хер пойми откуда эти снаряды. Упс. Сдохло. Вражеский эсминец потоплен. Сдохло, сдохло, сдохло. Но без форсажа, конечно, доходить такое себе. Доходить такое себе. Илюхин обануч купюре фруктового. Ох, как Лексус, спасибо тебе. Илюха будет счастлив. Сейчас мы поебалку получим маленько. Так вот, со мной играют. Думаю, мои 63 им помогают. Шучу. Но в целом, по поводу скилла, это мое мнение. Старые, зашаренные игроки. Своих тащу как могу. Вот уже на веках научил играть. Нормас. Правильно, пусть познают самый сложный класс. Научившись играть на самом сложном, будет проще играть на других. Наверное. Хотелось бы дожить до конца теперь. И еще бы амаги отхерачить. Двигло повредил. Короче, блять, пытаюсь сейчас усидеть на двух стульях по нагибу. Наша команда близка к победе. Торпеды не дойдут. Торпеды не дойдут. Наша команда получила преимущество. Курс изменил, надо корректировать свой огонь. Вообще, конечно, Левина Херту вот этому вот пытаться засандалить на форсаже по фантаску, это, конечно, проблемка та еще. Вот видите, как снаряды падают? Я вот ни хрена не могу скорректировать свое реальное упреждение. Я вот сколько играю на этих французах, мне нравится играть, но, блядь, я все время стреляю через жопу, блядь. И вот это вот искусство, оно, конечно, вообще потаенное какое-то. Врага потоплен. Иначе нихера не вот, ну, не получается. Только через жопань. Жопань. Надо же по-французски. Жопань летит на нас вон тень. Люблю французский эсминцы. Хорош. Но особенно, когда ты в топе, так вообще наслаждение. Кстати, нас второй раз кинуло в топ, да. Это было прекрасно. Это было наслаждение. Это было выполнение задачек. Это было 7 киллов. И еще бы, если посидели на амаге по нагибу, то было бы вообще кошерно.